Дорогие друзья, признаюсь вам честно, я ненавижу эту игру. И я сейчас сказал не о том, что я чувствую по отношению к этой игре, просто она так называется. I hate this game. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал. И оказывается, я как обычно, ну да, да, есть такой грешок, ну немножечко от трендов отстаю. Оказывается, эта игра была нашумевшей там несколько лет назад, и как обычно где-то вот осталось, собственно говоря... Ну, где-то не в поле моего зрения. Но многие сказали: Сань, а чё? Попробуй проявить смекалку, попробуй. А как я. Подожди, как я допрыгнул? Стоп! Я же сейчас. Смотри-ка, сообразил. Короче, это игра, в которой нужно разгадывать всякие загадки. И еще меня попросили покрутить. А, прям так? Чего? Блин, я бы даже не сообразил, кстати, ребят. Я бы не сообразил, спасибо, что об этом написали. Короче, мы продолжаем проходить игрушку под названием I Hate This Game. Я прошел... Сколько там получается? Я прошел 44 уровня, я, кстати, не знаю, сколько их. Я надеюсь, что... Будет хорошо, если их будет... Если будет их много... А, подожди, так я могу... Он меняется прям на всю игру? Не, ну мне кажется, это немножко дискомфортно. Подожди, а можно все-таки... Подожди, давай вернем. Ой, нет, вот так. Ну чё, как-то вот так привычнее, ну и комфортно глазу. Оказывается, можно не только в меню, я только сейчас сообразил. Можно вообще поменять фон игры. Ой, 43-й, подожди, 43-й не надо, он сложный был, я его снова не пройду. 44-й. Вебку забыл поменьше сделать, надо скукожить меня, одну секунду. Так, все, теперь можно продолжать. Давайте, не отвлекаемся, потому что мне сейчас всю свою мозговую активность надо потратить на эту игру. Так, 44-й уровень, спрячь меня. Начинается, подожди. Я, по-моему, тут как раз таки и не сообразил. Кого спрятать-то? Подожди. Есть три. А может, надо упасть куда-то? Нет. Точно? Подожди. Нет, ну стена, это уже было такое. Спрячь меня. Его куда-то. Подожди, как я его спрячу-то? Подожди. Ну что за фигня? Саня, ты не можешь сейчас просто вот так вот начать. Подожди, ну это бред. Подожди, куда тыкнуть-то надо? Спрячь меня. Подсказки никакие не вылазят пока. Ребят, так себе начало, да? Так себе начало что-то, а? Спрячь меня. Чё сделать-то? Подожди, чё, как его спрячь? Ну ты... Подожди, вот так? Нет. Нужно, чтобы он, типа, был не в поле видимости, но он там падает. Подожди, если его туда прям... Ладно, подсказка. Спрячь окно. Какое окно? Типа сложить игру? Чего? Ты серьезно? Сложить игру? Это спрячь меня? Не, ну я вот, ну ребят, давайте честно. Ну, не надо. Если ты смотрел прохождение или сам проходил и вот как-то догадался, ну не. Это уже что-то вот у IQ там ну больше 60. У меня пока поменьше. Так, все сложил, заново прошел. О, суммиры лампы. Чего? 1, 3. Подожди. Давай по новой. 1, 4, 5, 7, 10, 14. Подожди, нет, не подходит. Подожди, я думал, это сумму. Не, это что-то сложное, ребят. Ну, рандом здесь не поможет. Рандом, я, конечно, понимаю, что я везучий иногда бываю. Но не, как будто это... Стоп, суммир лампочки, еще раз. 2, 4, 3. Два, четыре, три. Не, подожди, суммируй. Ну, 2 плюс 4, 8 плюс 3, это 11. Ну, здесь трехзначное число. Суммируй лампы. Которые загораются или которые еще гаснут? Подожди, еще раз. Сложи номера лампочек. 11. Типа 0, 11, что ли? Ну, это будет очень легко. Просто 11, 0. Подожди, еще раз. 2. Плюс 3. Это 5. 6. Подожди, может... Нет, ну это бред. Подожди. 6 плюс 1. Это 7. Плюс 2. Тут проводами связано. Подожди. 2...
Чё? Я ничего не понял, блядь. Подожди. А смысл то, что она гаснет? Мне уже... Два тянется к тройке? Это сложно, ребят. Подождите. Ну хорошо. А может, пофиг, что они загораются? Один плюс три — четыре. От двойки — пять. Получается 8. Сейчас. И 4, 12. Я тут уже не напишу 12. Чего? Подожди, куда? Какой? Нужно все сложить. А нахрена загораются в начале-то? Подожди. 1. 4. 5. Это хрень какая-то, подожди, не-не-не, ребят, стоп, я не понимаю, по какому принципу их надо, они соединены, я понимаю, а нахрена загорается, это просто путает, отвлекает или что? Ну, ребят, я так хорошо до 44 уровня шел, почти не тупил. 1-4. Нужно... Блять, это пиздец полный, подожди, 1-4, ну хорошо, 1 плюс 4, 5... 4 плюс 1, 5, 10. И чё? Ну это не то. Тут трехзначное число, блин, должно получиться. Подожди, это вообще пипец полный. Так, ребят, я не хочу в самом начале серии тупить. Подождите, дайте я уйду сейчас. Просто поразмышляю, нужно вклиниться в эту игру. Ну что, как это? Я не понимаю, подожди, еще раз. 2. 1. Подожди, стоп. Осенило. Подожди, 5, 9. Нет. А как тогда? Подожди, стоп, если не черный. 3 плюс 3, 6, типа первое моргание. 2 плюс 4, 8. 2 плюс 3, 5. А по-другому не... И что? Да это не так работает. Подожди, и что дальше-то? Ну у меня других вариантов нет. Подожди, 1, 2, 3, 5, 6. 5. Второе моргание. 4. 3, 2, 5, 9. Что? Что? А как? Я что, неправильно считал сейчас до этого? Что сейчас был за уровень? Это слишком плохое качество. Так, ребята, это гениальная игра. О, что? Подожди, что я сделал? Я просто нажал на паузу. Он пошел, по крайней мере. То, что надо сделать, да, скорее всего? То, что-то либо нажать, либо что тут надо сделать? Так, подожди. Может, это не дверь? Может, дверь внизу? Нет, дверь не внизу. Он сначала не ходит! Я ставлю паузу. Что? Нет, это не то. Подожди. Это заново. Что там за кнопки, подожди, были вообще? Подожди, какие там кнопки у нас есть? Почему после паузы начинает идти? Нет. Он идет после... Так, подожди, что у нас тут за... Я забыл, что за кнопки у нас. Ребята, это жестко. Это реально для гениев. Я не гений. Я такой. Ну, как бы, типа... Подожди. Так, стоп. Плохое... Слишком плохое качество. Я... Это я каким-то образом читаю. Ну, тут, в принципе... Подожди, буквы Ч нет. Смайлик. Ну, это все фигня. Может, надо как-то подставить? Не, наверное, это бред. А почему он начинает ходить после паузы? Вот этого я не могу понять. Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Подожди, ты видишь, он из пикселей состоит. Типа, может быть, нужно как-то встать, чтобы какая-то картинка сложилась, или подпрыгнуть? Ну это же бред. Ну бред. Он... Подсказка, во, выскочила. Так, ребят, я чувствую это, мы рано обрадовались. Мы рано обрадовались. Абсолютно рано. Я каким-то образом в прошлой серии тормознул там, где мне нужно было тормознуть. Так, я не понимаю, почему. Может, выйти? Охуенно, просто заебись. Так, подожди. Я даже не помню, что тут настройка. Он даже не... Типа в настройки зайти качество как-то... Ну нет, цветовая гамма точно здесь не решает. Я даже не понимаю, это настройки или нет. По-любому какая-то такая, да, штука? Типа я... Что? Чего? Там ползунок был качество!
Ребят, где... Когда эта игра вышла? Теперь в HD. Понял. Услышал тебя. Я сообразил, ребят. Мозг работает. Я чувствую себя реально гением, когда... Так, прыжок не работает. А, понял. Ну, это легко. Это легко. Это легко. Типа прыжок, нажимаешь на прыжок, и это... Так, летающие... Ну, это извините меня. А как... Ни хрен... Так, подожди. Стоп. С гравитацией я не особо дружу, но я понял суть. Я понял. Мы немножко сейчас поиграем в Gravitation. В Gravitation Situation. Подожди. Ну это рандом, мне кажется, больше, да? Чем можно тут какую-то комбинацию. Вряд ли. Подожди, надо застопить. Бля, подожди, это сложно. Это сложно. Подожди. Они еще, смотри, он еще в ответку туда, куда-то. Ребят, я реально где был, когда этот шедевр вообще вышел? Где я был, когда этот шедевр вышел? Объясни. Подожди, как их стопнуть-то? А! Есть! Поехали. Что поехали? Куда поехали? Подожди. Ты чё, блин? Куда меня? Супер хейтер. Секретный... Чего? Почему он такой быстрый? А как открыть дверь? А, она открылась или она не открылась? Я секретный уровень какой-то! Что? Подожди. А это... Я секретный уровень открыл. Ты... Что за херня, блядь? Подожди. Что? Что в этой игре... Происходит! Покрути что-нибудь! У виска я могу только покрутить после этой... Нет, заново не подходит. Так, подожди, может быть, типа... Ну, подожди, у меня первая мысль — это покрутить какой-нибудь ползуночек. Типа этот, я не знаю, тут что тут еще можно. Это гениальная игра. 50-й уровень, кстати, 50-й. Нет? Да! Нет, подожди, покрути что-нибудь. Дверь? Что я могу покрутить? Я не понимаю, что я могу покрутить? Покрути что-нибудь. Что-нибудь. Нет, это слишком просто. Заново. Нет, заново нет. Так, здесь я покрутить... Свет вырубили. Отлично. Так, ребят, вернемся чуточку попозже. Только в этой игре такое может произойти. Ну, как говорится, жизнь в деревне, она такая. Всякое может произойти. Все, я сегодня уже что-то пройду, наконец-таки, нормально или нет, я не понимаю. 50-й уровень, довольно-таки значимый уровень. И, судя по всему, по сложности они тоже решили сделать так, чтобы я сейчас здесь немножечко потупил. А может быть, не немножечко. Покрути что-нибудь. Что покрутить, я не понимаю. Он не крутится, его взять мышкой я не могу. Вот этот значок заново начать, типа он такой вот. Так, подсказка. Но это, мне кажется, нереально. Но это нереально, пацаны. Я вообще когда-нибудь перестану вот сейчас по мере прохождения удивляться и обратно уменьшить. Это же просто гениально. Это же просто гениально. Слушай внимательно, что? Сикс. Шесть. Три. Четыре. Два. Два. Четыре. Пять. Семь. Ну это ерунда. Подожди. Куда убежал? Куда он убежал? Он сам убежал налево. Девять, по-моему. Пять. Шесть. Один. Четыре. Один. Так, подожди, по-моему, не Nine было первое. А, One было первое. Ну ладно, хорошо. Подожди, а куда он убежал? А как свалить-то? Вали ее! Вали ее! Он начал убегать куда-то. Я не нажимал налево, он убежал. А как сломать-то ее? Подожди. А, во, все. Я уже испугался. Блин, это гениальная игра, просто. Четность. 0-0-0-0-3-4-2-5. Четность. А, ну, то, что четное. Это было бы легко. Типа, ну, ноль четное, ноль нечетное. Я не знаю, ну... А, дверь открылась? Что? Все. Нет, она закрылась, подожди. Я уже... Саня, подожди, это игра вообще не моего уровня, подожди. Ноль.
Четная. Нечетная. Ну, нечетная, четная, четная, нечетная. Так, хорошо, давай попробуем наоборот. Не, ну это легко. Это легко. Это как бы, извините меня, тут как бы... Ган... Какой гандон? Чё меня обзывают? Подожди, что, подожди, это дуэль. А что я должен сделать? Слишком... Я должен вовремя нажать? Подожди, а когда нажимать-то? Чего? Это, подожди, ты что, прикалываешься? Я и так нажал. Левая кнопка мыши, да? Да, левая кнопка мыши, походу. Так, подожди, левая кнопка. Ха-ха-ха-ха! А у пацана-то реакция неплохая, неплохая. О, нет, я не знаю, что это. Я не знаю, точка, это азбука Морзе. Ну ты издеваешься? Ты издеваешься? Я не знаю азбуку Морзе. Ты что, прикалываешься? Точка, точка, тире, тире. Может, просто количество символов? Подожди, тут везде 5, так не работает. Подожди, давай логически думать, типа... Точка, точка... Тире, тире, тире. Нет, это нереально, ребят, мне кажется. Я, конечно, извиняюсь, но... В школе не проходил. В школе не проходил. Ну, методом тыка, конечно, каждый может, как говорится, да, но... По-моему, извините меня... Это бред, да? Ну, типа, ты прикинь, сколько здесь комбинаций? Ты представь, сколько здесь комбинаций? Ну, то есть, вот, ну, как бы, это нереально. Это нереально. А я не знаю азбука Морзе. Я не знаю азбука Морзе. Точка, точка, тире, тире, тире. Без понятия, какая это цифра может быть. Ну, просто без понятия. Ну, это... Да я понимаю, что этот код... Ну, я не знаю. Ну, мне придется гуглить. Я не знаю, это как бы, ну, извините. То же самое, что сейчас... Переведи предложение по-испански, которое написано. Ну, как я это сделаю? Ну, не учил я азбуку Морзе. Азбука Морзе числа. Я вообще даже не знал, что... Ну, это логично, что тоже... Так, числа, понял. А, точка, точка, тире, тире. Это знаете что? Точка, точка. Такого нет. Точка, точка, тире, тире. Точка, точка. А, есть, ладно. Это три... Это два. Точка, точка, тире, тире. Так, точка, точка, точка. Три точки и две тире. Это четыре. Ой. Три. Три. Это три. А тут можно как бы наугад. Это семь, походу, да? Не, ну, ребят, извините. Извините. Извините, как бы не настолько мой мозг это самое. Пока нормально. Ладно, держимся. Что за понимание? Да, это фигня. Тут можно на ощупь. Ну, типа, карта не такая... Так, ладно. Тихо, подожди, подожди. Ну, типа, карта не такая большая, чтобы здесь... Блядь. Ладно, подожди, 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 подожди. А ну, это легче. Так, тут просто ступенька с одинаковым... Ну, это просто. Это меня пожалели. Это меня... Пожалели. Ноль ось. Это типа буква алфавита по счету? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж. Ну, если так... А, понятно, блядь, ну конечно. Да, 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 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х. Если это так, то я гений. Так, а, подожди, зачем считать-то? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я же смог считать просто. Подожди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5. А-а-а, хейт! Понятно, ясно. Ясно, понял, принял. А, интересно, а, кстати, все... Ну, типа, я сейчас гений или просто это нормально, что я догадался, что можно не высчитывать? Хотя, кстати, алфавит английский знаю наизусть. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Вот так вот. Так, ла-ла-ла. Че? Набери 150 очков. Че сделать-то надо? Какое ла-ла-ла? Что сейчас было? Подожди, что сейчас было? Нажми Е, чтобы начать. Приготовь. Что? Чего?
Сколько очков? Подожди, стой. Очень громко, ну очень громко. Можно секундочку? Я чуть-чуть убавлю звук, пожалуйста. Потом... Его не убавить, да? Ладно. Друзья, давайте насладимся этим замечательным хитом. Замечательным хитом в этой... А, тут можно подглядывать даже, если уровень... А, не, нельзя. Это типа, короче, ты понял, да? Ну, как бы сразу с чем ассоциация. Правильно, миссия... Замечательный GTA San Andreas. Ты смотри, сколько... Тут 175, 25 раз игра позволяет ошибиться. Мне кажется, это чересчур много. Ну, в смысле, большое количество мне попыток было дано. Ну ладно, хорошо. Открывается сегодня 21... Часы перевести на этом? Понял. Подожди, а сколько время? Блять, еще 3 часа. Ладно, сейчас переведу. А мне теперь просто стало интересно. А если бы сейчас, например, ну, блин, прикиньте, во-первых, у кого-то совпало. Ну, чисто в теории это же возможно, да? У кого-то сейчас 9 часов, типа, он такой... Или там 20-59. Мне интересно, а если сейчас было 21-30, он бы тоже сказал, типа, что в 9 откроет? Или просто это был бы халявный уровень? Один, один... Ну, не надо, пожалуйста. Ну, что это? Ну, что, какой один... Один, два... 1, 1, 2, 2. Подожди, только это... 1, 2, 2. А, подожди, ну-ка, стоп, может по очереди? 1, 1, 2. Подожди, если это так, то я сейчас офигею. 1, 2, 2. 1. Нет. Так, ладно, хорошо. 1, 2, 1, 2, 1. Подожди. Один, два... Ну, я думаю, это количество, типа, сколько раз нужно по левому и по правому, по очереди. Типа, сначала лево, потом право, потом лево. Так, подожди, а что может быть? Число, видишь, не это самое. Так, подожди, один, два, один, два, один. Числа разные каждый раз. Так, нужна подсказка, ребят, извините. Слева один, справа два. Один. Два. Я так и делал, в принципе. Я, в принципе, так и делал, только подожди, ну это фигня какая-то. Не-не-не, такого не может быть. Я не понимаю. Один, один, один. Подожди, и такая же подсказка. Один, один. Может, типа... Один. Один, 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 один. Понял. Тогда не понял сразу. Когда с двойками все равно не понял. Ну ладно. Только в прыжке. Что? Прикольно. Подожди, я понял. Я понял, в чем прикол. Короче, я могу двигаться только в прыжке. Как они это создают? Объясните мне, пожалуйста. Так, подожди, а тут я уже ничего не сделаю. Я так, подожди, это все, это ловушка. Это ловушка Джокера сейчас только что была. Так, подожди. Ребят, эту игру я реально ненавижу уже, но она охренительная. Это же просто гениально. Подожди, а куда мне нужно приземлиться? Я что-то не понимаю. Я же там не просочусь никак. А здесь, подожди, можно? Зачем туда-то лез? Так, подожди. Кнопка повтора, это ладно. Так, подожди. Здесь вниз. Здесь легко. Здесь вот так. Здесь вот так, здесь вот так, здесь вот... Ну это фигня, ну это фиг... Это легко, это легко. Да. Вот так не надо сейчас говорить, что я должен сейчас отправить письмо на почту. Не надо, пожалуйста. Ну не надо говорить, что... Я не понимаю, что я должен сделать-то. The best game hater. Можно попробовать просто 216? Ну это нереально угадать, вы что? Тут как бы, извините меня, конечно. Прикинь, просто открывается дверь. Да нет, ну это пиздец. Мне кажется, что 216. А можно они будут отправлять письмо, я просто, как бы, это сам. Ну то все равно, в любом случае... Подожди, хотя бы, сейчас попробую, подожди, интересно. 062-103-103-11. Ну это невозможно было угадать. Понял. 062, 103, 11. Короче, друзья, сейчас я кое-что расскажу. 062, 103, 11. 062, 060... Блин, как они троллят, а? 062, 100... Блядь. 103, 103,
11. Угу. А, единственное, произошла маленькая накладка. Я реально хотел написать, ввел этот зачем-то в поиск, и у меня сразу код выскочился. Я его сразу запомнил, поэтому... Что? Блять, это вот эта вот иллюзия, типа, ты с какой-то стороны видишь, это же реально работает причем. Подожди, подожди, подожди. Короче, тут может быть... Либо наоборот, мне надо очень близко, либо очень далеко. Бля, подожди, как-то... А как это еще по-другому может работать? Только так. Ах ты какой! Я думал, это иллюзия! Ну это легко. Это, ну тут можно же пощелкать, догадаться. Это легко. Это легко. Так, 54, 18. Угу. Мне страшно представить, что будет дальше вообще. Подожди, а можно я сначала пройду? На всякий случай. 54, 18. Ага. Ну, кстати, они не упали, поэтому можно было... Ни хрена себе! Ни хрена себе, лабиринтик! Понял тебя, услышал. Хорошо. Так. Причем мне показали, как бы, да, сначала, типа, где там начало, где конец, но, конечно, ты сразу этого не запомнишь. Не, ну вряд ли, это было бы слишком просто, естественно, так просто. Ну давай, хорошо, я упаду сюда. Бля, как... Нет. Нет, 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 нет. А где там выход-то? Наверху где-то? Просто объясни, как... Что в голове у разработчиков... Как они это сделали? Как они сделали этот шедевр? Так, подожди, а куда мы тут можем еще-то... А, так мы сюда никуда не можем. Мы должны наверх куда-то идти туда. Налево, да? Получается. Налево. Так, главное сейчас не запутаться. Это ловушка. По-любому сюда не нужно. По-любому сюда не нужно. Прям уверен. Прям уверен, что сюда не нужно. Да? Стопудово. Так, подожди, давай этажом ниже. Здесь у нас проход. Так, допустим. Нет, сюда не надо. Сюда, сюда. Не надо никаких подсказок. Я самостоятельно... Вот сейчас... Обманка? Я сейчас упаду куда-нибудь и начну все заново. Блин, ты прикалываешься? Куда? Подожди, чего? А где выход-то? Я даже не понял, где выход. А чё, хорошо, что он подсказку какую дает? Мне просто интересно. Где у меня курсор? У меня курсора нет. Курсор появился. Внизу выход, справа. Окей. Окей, окей. Допустим. Допустим, выход внизу справа. Давай попробуем, подожди, если мы здесь... Сюда... Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Подожди, сюда. Блять. Опасно. Не, ну слушай, не-не-не, ну это в прицелом тут как бы... О, следует за направ... Чего? Подожди, что, блять? А как я, блядь? А, подожди, я понял, да я должен начать на... Нет. Только с... Подожди, что, блять? Если я должен... Направо. Ну, не направо. Подожди. Это я правильно. Нет, не так. Подожди, если... Так, стоп, 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 стоп. Подожди, я думал, что типа... Начало... Начало только с этой, да? Я просто думал, может, типа, нужно начать... правильно начало найти. Но он не дает с других начинать. То есть вот именно тут все правильно. А дальше я не понимаю, ну направо он не дает. Как, блядь, это работает? А почему так? А почему так, подожди? Направо? Почему потом налево? Ты что, прикал? Следуй стрел... Так, ебать, я им и следую. Подожди, есть у меня еще другая мысль. Ну это пиздец. Все, блять. Один сюда. Два сюда. Один сюда. Три. Подожди, блять. Один, два. Сюда. Три. Вниз. Один сюда. Два вправо. Один сюда. Два. Сюда. До конца, один сюда, два сюда, три до конца, сюда, 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 сюда. Это разрыв просто! Чего они делают? Крыша потекла. Вижу. Что делать-то? Че, мне капельки ловить, блядь, что ли? Не, хуйня. Ты бежит, какие там пиздец, вон там крыша вся эта самая, реально.
Так, колесико не... Я уже колесико пытаюсь... Так, подожди, крыша потекла. Крыша потекла. Блять, ну это мне не поможет. Нет, допрыгнуть я точно не смогу. Так, крыша потекла. Что я могу с ней сделать? Если она потекла, что я могу сделать с ней? Так, ну капельки не просто так... Ну что опять на гениальном что-то опять? Ну что-то... Ну капельки вряд ли я должен ловить, правильно? Что? Подожди, а может это... А может просто подождать? Что я должен делать? Что делать, когда течет крыша? Подожди. А что меняется? А подожди. Ты понял? Почему так... А, нет, это звук просто... Подожди. Чего, бля? Если бы не звук приземления, который мне... Ну, да... Опять факи. Ну что такое? Так, подожди, блядь. И что я должен? Как? Блядь, ну это... Это полный пиздец. Подожди, ну, типа, знаю эту игру? А, нет, они не одинаковые. Как я должен смайлики? Чего? Подожди, бред какой-то, блядь. Еще не понимаю. Блядь, ну вот как это можно понять? Ты объясни мне, пожалуйста. Тут же есть какая-то логика, блядь. Допустим, дверь мне нужна, хорошо, мне нужно... Если б я дверь не увидел в конце, я... Разрешено только для красных. Понял. Ладно, друзья, все-таки придется. Все-таки придется. Так, а красный, подожди, в смысле, наверное, вот так, да? Это легко. Это легко, зная уже эту игру. Хотя, может быть, кто-то не понял, что можно менять это. Хотя, наверное, как проходите красный лорд. QR-код. Да сколько можно-то, а? Ну сколько можно? Что там? Что там по этому кёрку? 314-159. Хорошо, что не упало хотя бы ничего. Так. Только скажешь в этой игре, сразу все идет по одному месту. Я вообще не понимаю уже, что ожидать тут. Так, можно я верну? Мне классика больше нравится. Так, тут еще экстра какие-то уровни. Это еще, я не знаю, их 100 или сколько? 69, так. Слои, используя, чтобы менять слои. Это легко. Понял. Я не увидел. Я не увидел, что... Подожди, хорошо. Нет, это легко. Ну, типа, это даже я... Это даже я смог, смотри-ка. А, понял. Все. Тут небольшое как бы... Не ешь. Съем. А, блядь. Так, хорошо, подожди. А если не есть, реально... Тут есть вариант? Может, допрыгнуть так? Блядь, нет, ладно, ем. Что дальше? Назад? Назад не работает. Что? Я догадался! ЛКМ! Левая кнопка... Понял. Это сразу читаемая херня. Это читаемая сразу херня. Ну это прям читаемая херня. Чего? Ёбаный урод. Подожди. Ты подожди по новой. Что, блядь? А как в этой игре? Я один не понимаю, что это. К чему? Подожди. Какая нахрен ностальгия? Я понял принцип, но я в это никогда, блядь, не играл. Ты понял? Подожди, блядь, я тебе клянусь, я в это никогда не играл. Блядь, какой кошмар! Подожди, ты понял? Я должен на ход вперед, типа, угадывать? Я тебе серьезно говорю, я в это никогда не играл. Я понял принцип, но я, блядь, в это никогда нахрен не играл. Бля, подожди, что-то я не... А почему проскакивает? Какой пиздец? Что они? Как это? Они вообще это придумали-то?
Ты понял? Я, короче, на ход, типа, вперед хожу, или как это объяснить, я даже не знаю. Откуда он взялся? А, он там проезжает, все, понял. Ужас, просто ужас, что со мной эта игра делает? Не, ну это мост тренирует нормальненько, я могу... А почему там берется? Откуда он берется? А, по краю лучше не ходить, потому что там неизвестно, появится или нет, все, я понял. Сказал я и хожу по краю. Ну а хули делать? Так. А почему сейчас я схожу сюда и там появится? Она может появляться между? А, подожди, так я почему, кстати, прошел же? Так, тихо. Играем, пацаны. Играем. Подожди, а как пройти надо? А, ага. А, заебись. Ага. 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 Угу. А, блять, она там... Блин, ну это... Я в это не... Подожди, а почему ностальгия? Это такая игра реально была раньше? Я что-то, видимо, это самое... Детство-то у меня было какое-то, видимо, не такое. Подожди, я первый раз такое вижу, я тебе клянусь. Блять, ну это пиздец полный. Это полный пиздец. Нет слов, одни эмоции, нахуй. Все, пизда мне. Прикинь, я в тупик себя загнал. Тут в тупик можно загнаться, блядь, что? Блядь, можно пройти хотя бы больше половины? Я надеюсь, что мне повезет. Блядь, ну это пиздец. Это реально пиздец. Подожди, вот тут типа можно следовать за этим. Тут можно пройти по коридору. Тут дальше начинают меня прессовать. Жестко. Бля, как проскочить-то? Как проскочить здесь? Я не понимаю. Подожди, стоп. Какой-то должен ход сделать лишний. Сюда. Сюда. Опять эта хуйня меня преследует. Подожди, ты прикинь? Вот я не могу это пройти. Блядь. Это жестко. Вот я, походу, сейчас должен был проскакивать. Да, опять я понял, там был момент, я... у меня аж голос сел, блядь. Я должен был проскочить, но я этого не сделал, пацаны. О, нихуя можно здесь? Ёбаны, ёбаный рот, блядь. Попёр, смотри, бля. А вот тут ловушка, бля, ебучая. Сука. Как там подкараулить-то его, а? Вот сейчас прохожу. Прохожу! Блять, вот сейчас после такого-то точно обидненько будет. Пиздец, вот тут опасно может быть. Так, смотри, если я сейчас пойду не только назад, да? Да. Так, вот тут надо сейчас разгадать эту шарманку и все. Блять, оттуда вылезла, да ебучий городовой, надо было его пропустить и все. Бля, это очень обидная херня. Ты прикинь, я уже все, системку ломаю, бля, я просто ломаюсь... Так, здесь я просто прохожу как свой. Просто по памяти. Так. Забылся. Так, смотри, понизу. Просто херачу понизу. Здесь выхожу наверх. Бля, ну это да, это меня прям немножко, так сказать. Ага, здесь вот сейчас я должен уступить дорогу, блядь. Подожди. Блять, я туплю! Вот эту хуйню не могу пройти, я теперь на ней зациклен, сейчас. Так, это легко. Это все уже читаемо. Если я сюда сейчас ёбну. Сюда, если ёбну. Нихуя. Так, сюда. Сюда. Хорошо! Обманул! Так, подожди, если его сейчас попробовать. Ага. Нихуяшеньки, не проскочу. Сейчас, подожди, давай время потяну. Смотри, значит, он получается, еще раз. Он идет сюда вниз, потом становится... А потом пропадает, блин, на секунду. А, он в нем, потому что, все, я понял. Он в нем. Бля, какой пиздец. Я боюсь, пиздец.
Ебать, это самое сложное, что было в моей жизни, ребят. Отвечаю. Иллюзия. Какая нахрен иллюзия? Что теперь опять не то? Что не так? Что не так? Что здесь не так? Понял. И что я должен, блядь, сделать? Чего? Что? Я нихера не понял. Ну ладно, ты разве музыкант? Чё, блядь? I hate this piano. Да-да-да, один. Я не музыкант, блядь, алло. Подсказку можно какую-нибудь? А, подожди, там ноты какие-то или что это такое? Ты чё, прикалываешься, что ли? Я должен сфоткать, блядь, тогда уж. Можно, наверное, таким лайфхаком-то воспользоваться? Не-не-не, я не музыкант, я так, блядь. Я такой любитель немножечко. Немножечко любитель. Подожди. Не знаю, что мне это даст. Так, еще раз. С. Ага. Нихуя не понял, все равно. Ну ладно. Типа. Ладно, окей, попробуем. Хуйня полная. Не-не, так полное. А-а-а, ебать, я понял, подожди. Это сейчас будет очень жестко, ребят, извините. Но сейчас я, походу, я только что сейчас научился играть на инструменте. Так, С0. Готовы? От души буду сейчас исполнять. Вроде правильно. С0. А0. F0. Все, я исполнил. Какого хрена? Да! Чё нет-то, бля, подожди! С0. Это вот оно. С0 это вот это. А, блядь, понял. А, музыкант, ёптить! Ух ты, блядь. Что? Чё, блядь? Подожди. Подожди, это... Так, подожди, сейчас. А это что-то опасное, я так понимаю? А, блядь, а нахуя? А что это такое? А зачем это тогда нарисовано? А зачем это нарисовано? Легко. Познакомься со своим помощником. Сейчас познакомимся, наверное. Познакомился. Как именно познакомиться надо? Какой-то общий язык найти или что? Что, блядь, я должен с ним сделать? Блядь, какой же я дурак. Он должен был упасть и мне по... Сейчас. Я правильно понимаю, что я должен был тайминг соблюсти, чтобы на него запрыгнуть и пройти дальше? Бля, подожди, сейчас я должен понять, как это делать. Блять, подожди, как это сделать? Ты, я не понимаю, стой. У меня есть мысль, но я не понимаю до конца, как ее реализовать. Не-не, хуйня, подожди, это как я должен оказаться под ним? Я должен оказаться под ним! Наоборот, над ним. А, блядь, как это сделать-то нахрен? Я не понимаю. Да я понимаю, что нужно прыгнуть. Это я догадался. Я не понимаю, как это сделать. Подожди, блядь, что я должен нажать-то? Какой-то момент, когда он не прыгает, я должен прыгнуть. Правильно я понимаю? То есть, условно, типа... Хуйня полная, подожди. Хотя нет, не хуйня. Подожди, правильно. Он лететь-то будет. Пиздец. Так, подожди. Если он сейчас прыгнет. Я не могу сообразить, как я должен за голову. Как он должен оказаться.
Подожди. Стоп, есть еще мыслишка. Нет, так невозможно. Блядь, подожди, как... Я пытаюсь понять, я реально не могу допереть. Я понимаю, что, наверное, это сейчас смотрится очень ужасно. Вот сейчас я близок к истине. Я близок к истине. Блять, я близок к истине, пиздец! Если вы думаете, что это легко, попробуйте попробуйте в это поиграть, дорогие друзья. Если вы думаете... У меня пальцы реально, я тебе отвечаю, от этой игры просто. Какой нахрен шифр, блядь? Какой? 7. Это легко. Извините, это детский сад. 7. Сейчас все будет. Сейчас я вам покажу настоящую мощь. Так, 7. Нихуя не 7, тут 2. А, это 7. Так, это у нас 7. Ёптить, какой код-то интересный. Так, это у нас 7. Это у нас 3. Да, это же вообще халява какая-то. Так, это 3. Это 2. Это 8. Ну, тут можно подугадать, наверное, да? Блять, опять эти ебаные кубики. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну что ж ты будешь делать? Ну только разгадал, блять, а? Ну почему он постоянно обманывает-то, а? Так, ладно, хорошо, еще раз. Мне не сложно. 6. 6. 7. Сейчас будет мясо. Так, 5. Я реально, прикинь, каждый раз боюсь, что будет дальше. 7. 6. 1. 7. Ну и дальше как бы тут. Нихуя. Чего? Ну ты прикалываешься, я угадал. Так, 6. Вот эта штука. 2 тут, почему тут? Так, подожди, 2. Тут 7. Ладно, извиняюсь. Зря быка. Охуеть. Я, кажется, понял, блядь. Нет, не работает. Я думал, это показывает направление. Ты что, стебёшься, что ли? Блин, чтобы ни разу не угадал. Ну это бред. Подожди. Ты что, подсказку? Давай. Нажал. Нихуя нет подсказки. Алло. А как понять-то, бля? Подожди. Квадрат. Я не понимаю, в чем. Подожди, смысл. Ну, квадрат. Не, ну это бред. Подожди, они же не могут. Он... Нет, подожди, стоп, стоп, стоп. Ну, квадрат то, что верное. Я уже понял. А дальше что? Нет, я просто сейчас рандомно делаю, подожди. Квадрат. Квадрат. Нет, не квадрат, блядь. Квадрат. Во-первых, это сложно попасть, потому что здесь механика не рассчитана немножечко на 3D. Квадрат. Я падаю даже так, блядь. Прямо. Нихуя не прямо. Подсказку дай, пожалуйста. Прыгай по клеткам из кода. Какого кода, блядь? Тут есть код, блядь? Тут кода нет. Который был? Чего? Какого кода-то? Я не... Нет, ну это бред какой-то, подожди. Какой код? Какой нахрен код? Какой нахрен код? Да какой код-то, блядь? Ребят, я ни хрена не понял.
Вот это? Ебать. Ну, я... у меня с памятью все плохо, сорян, пацаны. Небольшой лайфхак. Ну, ладно, это было логично. Ой, господи, так. Блять. Подожди, то есть он, кот мой последний... Он кот мой последний запоминает, и потом меня проверяет типа на память, но не тут-то было, блять, я... А как я туда допрыгну? Ладно, быканул зря. Не, ну на память это нормальная такая проверочка. Я немножко читерю, пацаны. Прикинь, на рандом просто угадать. Ну просто чисто вот так, как бы по приколу. Просто рандомно пройти, типа. Мне кажется, я мог бы это даже рандомно пройти. Так, друзья, я думаю, на этом сегодняшняя серия подошла к концу. Если вы хотите продолжение, увидеть третью серию по игрушке «Я ненавижу эту игру», то поддержите лайком, напишите об этом в комментариях. Я в предвкушении, что будет дальше, потому что все сложнее и сложнее. Ух, страшно представить. Я лично за то, чтобы продолжить. Друзья, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.